Пилоты на стартовой на решетке. Впереди 53 круга 16 этапа Гран-при России. Ну что, считанные секунды отделяют нас от этого чудесного мгновения, и машины, сорвавшись с места, стремятся к первому повороту, точнее, к медленному второму, ближе к главной трибуне. Расположен Льюис Хэмилтон, чуть дальше, ближе к боксам, Ника Росберг. Чуть, может быть, чище тот ряд, с которого стартует обладатель пола.